Ленинская районная организация «Белая Русь» – идейный вдохновитель праздничного похода к 40-летию района по учреждениям города с подарками и поздравлениями. Начали мы свое такое шествие или участие с поздравления мам, которые подарили Ленинскому району малышей. Таких малышей оказалось 5, которые родились именно 7-8 апреля. И мы посетили родильный дом и вручили мамам наши небольшие сувениры и поздравили их с рождением малышей. Это молодые наши будущие ленинцы, в таком смысле, что это будущие жители Ленинского района. Сегодня мы пришли в коррекционно-развивающий центр «Стимул», где тоже вручить небольшие подарочки, сувениры деткам, которые здесь занимаются. Сегодня здесь обучаются около 20 юных жителей Бреста, которые имеют особенности психофизического развития. Представители Белой Руси совместно с депутатами Палаты представителей Национального собрания Беларуси привезли подарки воспитанникам и педагогам центра. Спортивный инвентарь выбран не случайно. В настоящее время центр занимается оборудованием площадки для активных занятий и отдыха. Добрые дела сделать нужно постоянно. Ну, наверное, вот такие светлые пасхальные дни, они наиболее запоминаются. И, наверное, необходимость в этом есть. Чисто человеческая, чисто такая вот душевная. Конечно, заранее спрашивали, какая необходимость нужна. И, конечно, какой-то посильный вклад. Лично как депутат я внес. И Белая Русь вот совместно приобрели вот то, что, будем говорить, необходимо в данную минуту, и именно в данную минуту нужно центру. По словам руководителя центра Натальи Дутовой, в «Стимуле» всегда рады гостям и признательны за помощь и поддержку. Однако и воспитанники учреждения стараются не оставаться в долгу по мере возможностей и сил. Делегации бывают здесь регулярно, и для каждой готовятся театрализованные постановки и мини-спектакли, активные участники которых – подопечные «Стимула». Наши дети могут, к сожалению, не так много, но педагоги всегда помогают, всегда стоят рядышком. И сегодня мы покажем инсценировку. Пасхальный кулич. Наши ребята вместе с педагогом еще покажут небольшой хоровод «Дождик», который приурочен весенним праздникам. К слову, в рамках встречи зашла речь и о ремонте здания, и об обновлении автопарка центра. Представитель депутатского корпуса Леонид Брич отметил, вопросы это непростые, их решение – дело не одного дня. Однако пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ускорить процесс. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ».